Давай обратно у нас сегодня мы будем делать распаковку. Кстати, потому что они мы будем делать распаковку, мы дарим друг другу 5 разных подарков разных цветов, плюс еще какой-то один от тебя, короче. Надеемся, что будет интересно. Да. А первый подарок? Цвет. Давай сейчас скажем, какие мы цвета выбрали. Мы выбрали зеленый, новогодний такой, красный, блестящий. Я думала, все цвет, просто мы подумали, что это будет интересно, вот, чтобы это было необычно, не как у всех. Потом мы выбрали фиолетовый и розовый, то есть, ну, одни из наших самых любимых. Вот, и также подарок от себя, то есть это любой цвет, который мы хотели подарить, поэтому... Ну, совсем в общем, наши 6 подарков мы дарим друг другу на Новый год. Обмен подарками. Я думаю, можно читать. Да. Давай начнем с фиолетового. Окей. Я начинаю, да? Давай. Так, у меня очень интересно, на самом деле, я дарю тебе 4 маски. В одном подарке. Да, это 4 маски. Я их выбирала. Яблоки, короче, да. Здесь разные. Я старалась как раз таки, чтобы был синий цвет, какой-то фиолетовый. Вот, так что я дарю тебе эти свои маски. Мне очень нравится вот это. Я несколько раз пробовала, это вообще обалденное. Голубиковое любимое. И также с фагеном, которое не присутствует. Фаген это типа... Да. Омолаживающее. Да, принимаем. У меня, не знаю, мне кажется, этот подарок будет на фоне этого таким со-со. Но я старалась, да, и так, ты поглядывай, пожалуйста. Сейчас может показаться, что это свернутый комок бумаги, но нет, я упаковывала все с душой. Да, на самом деле Полина упаковала все. Это нужно распаковать. Она все упаковала. Да, знаете, я просто положила тебе пакет. Мне кажется, это бомбочка. Не бомбочка, мне кажется, это из органик шоу. Существенная какая-то баночка. Интересная догадка. Я думаю, да. Потому что я тоже думала, что я купила какого-нибудь цвета, но в итоге я не купила. Это длинная маска для волос. Если ты любишь масочки для волос. Да. У меня было ли очень много масок, но они все равно закончились. Хорошо. Давай следующий. Давай красный. Красный. Короче, на самом деле я вот что-то искала какой-то красный подарок. Я думала какую-то маску, потому что либо что-то из там давайте шок, если что-то какие-то скрабки, кремов. Короче, кажется, что я дарю. Это сердце из Икеи. Мне кажется, блин, его не было. Оно очень крутое. Я, конечно, такого не было. Оно очень крутое. Вот, оно такое очень милое. Я, на самом деле, даже думала вот так вот себе сделать его на букет. Вот так вот надеть. Ко мне на это все сразу видно. Вот. Нет, на самом деле, это очень прикольно. Типа так на пакетике будет висеть. Но там идется снег, и оно и так все мокрое. У нас все просто подарки у меня мокрые. Да-да-да. Что попадал, но, блин, это на самом деле так мило. Это такое сердце. Вот, держи это тебе. Такое сердечко, я не помню откуда. Я постоянно долго думала, и в общем, какие у меня этот цвет, мы точно надо брать, потому что у Полины его точно не было. Да, это круто. Круто, что хотела сказать. Я хотела сказать, что у меня оно такой было похожее. Прям смотрите, да. У меня было очень похожее, но поменьше, и оно было блестящее. Вот. Короче, я очень его любила, но, к сожалению, я его потеряла. А вот Дарья мне подарила еще одно сердечко. Да, я его не потеряю теперь точно. У меня есть сердце. Да. Это, не знаю, ты распакуешь, скажешь, что это такое, а я скажу тебе, что я вижу в этом красный цвет. На самом деле, красный подарок я искала очень долго. Я тоже искала. Потому что я не знала, что такое может быть красным, потому что это либо новогодняя игрушка, либо это что-то. Ну вот да, я тоже думала за тебя, потому что обычно Новый год ты зацепился с красным цветом, поэтому искала, что это будет красный, наверное. В итоге получилось не совсем остаться. Понравится. Это очень актуальный подарок. Я так думаю, что рекламирую свой подарок постоянно. Короче, это красная. Вот сразу видно, что не может быть. Видите, она все упаковала. Я старалась, сделала душа и сделала. Потому что я не упаковала. Ой, извини, мне так жалко, на самом деле, рвать всегда. Мне тоже, но поэтому... для этого оно и дано, чтобы не рвать. Сори. Но когда мне дарят, я никогда не рвать. Я не знаю, я стараюсь не рвать. Ну, немножко красный. Крем. Ты любишь корейскую косметику, крем. Я знаю, да, поэтому тебе понравится. Так, ну сейчас манго. Да, вот манго. Да. И еще не подарки. Да. Так, вставляем. Давай, 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 давай
Ну, давай. Блестящий. Это тоже просто такой трэш. Я вот так долго выбирала меня блестящий. В общем, я выбрала. Я первая. Давай. Окей. Так, ой. Может, сначала показаться, что это не совсем блестящий, но видите, что да. Он блестящий. Показываю свое. Это свечи, которые блестят. Они. Это очень круто. Это такие свечи, здесь получается 6 таких маленьких штук, и мне кажется, когда они будут гореть, они прям очень классные, это Christmas, сами, вот я дарю тебе. Долго искала, на самом деле, блестящие, думала, либо взять какие-то блестящие, возможно, там розы, но потом поняла, что все-таки нужно брать, ну, как Новый год, все равно нужно туда. Да, потому что я как-то видела, я Полине дарила... Помню свечи в историях, у меня, наверное, в прошлом году видела мои свечи. Я очень часто ставила. Вот они как раз на столе стояли, и думаю, блин, надо купить. У меня где-то свечи, лучший подарок. Я остались, я до что они очень красивые, они как растения были, как студенты. Давай, блестящий подарок. Ну, сейчас, надо его нащупать. Вот. Опять что-то очень абстрактное, но... Говорю, ну все, упаковала, в одном стиле, какая-то баночка. Баночка. Кто по баночкам принес там? Ладно, это не то, нет, на самом деле. Это что-то адекватное. Это баночка. Это маршмеллоу из кашмирового гель-скраб для душа. Такого зелененький, да, он действительно, кстати, я хотела купить розовый, но потом решила, что все-таки нужно. А что ты, подожди, ты что мне ставишь? А? Она мне подарила мою упаковку. Короче, я безумно рада, у меня теперь есть гель-скраб, ура. Если его на фонарик поставить, он прям блестит. Да, ты поставила? Ну, под фонарик, если как на ноготочки мои. Да, вот так. Давай следующий цвет, ты говоришь. Давай зеленый. Хорошо. Мой зеленый подарок. У нас еще два получается. Мой зеленый подарок. Зеленый. Вот, я видела ее в рекомендациях. Да ладно, это та самая. Я решила подарить, потому что видела какую-то блогершу в истории, она рекламировала, я такая думаю, надо подарить эту свечку. Это восторг. Нормальные люди. Это вот. Это огромная лава. Короче, да, это вот я дарю Полине эту свечку. Я ее не читала. Она у меня будет в лайках на Озоне сейчас. Я ее не читала, я помню, купила ее, точнее, я хотела купить, в итоге я не купила. Я прям разошла, думаю, все, сейчас буду покупать. В итоге потом я решила взять другую книгу, вот сейчас она была в топовых комментариях, и, в общем, я решила Полине подарить. Вот, сходила, купила, так что теперь Полина есть, это я не читала, кстати, я не знаю вообще, о чем она, но я думала, Полине очень понравится. В принципе, ты потом расскажешь, как да, о чем она. У меня еще книжка тикток, ну, отчасти, поэтому это очень актуально. Книжки надо читать. Это прям сердечко. Я угадала, как книга со всеми, да, подальше? Лист. Это, блин, я обычно для обожаю, что ты читаешь всегда. Это очень приятно, очень всегда в сердечко. Мой зеленый подарок, он, конечно, опять покажется с таким лифтом. Но... Я пыталась, я искала что-то прикольное. Я надеюсь, что тебе понравится этот запах. Запах? Это, да, мне кажется, ты такой... Ну, конечно же. Что-то. Это что же? Мне непонятно. Вот что, я на стопе... Это непонятно. Это маска. Что маска? Это маска. Да, это маска. Вот, стало дышалось. Да. Не люблю на самом деле, но по-другому никак не откроешь. Да, я очень... Ты маска чувствую, просто на жаление какая-то зеленая. Мне кажется, тебе нравится этот запах. Ты когда-то не, он не пахнет. Точно, нет, кокос, я обожаю. С кокосом, и если ты любишь, ты говоришь, что любишь кокос, да, я обожаю. Молочка. У нас есть теперь маска. Корейская. Вообще, Полина, на самом деле, я чувствую, прям по объединить штукам. Вот, потому что у меня, на самом деле, сейчас очень много всего. Я еще тоже себе купила. Вот, это еще прям в коллекцию тут крем. И для волос хочу вообще все. Берите штуки. У меня вот только 10 это маски. Ну, что-то считается последнего подарка. Точнее, не последний, а предпоследний, потому что мы еще не подарили. Да, потому что у нас еще два цвета, у нас еще от себя и розовый. Да, у нас розовый цвет и еще подарок от себя, что мы обычно типа дарим друг другу такой же. Какой мы берем? Давай розовый сначала. Блин, на самом деле это так мило. Это? Обложка на паспорт? Да ладно. Она розовая, да. Смотрите, как она милая. Попонька. Я решила, почему бы и нет. Она... Я так котика сама всегда делаю. Вот, теперь у тебя будет собачка, у тебя будет обложка на паспорт. Это, считай, просто самая нужная вещь, потому что у меня этого нет. И
я... Точнее, у меня есть обложка, у меня есть принцесса. Я думала тебе обложку подарить, а это молодец. Может, у тебя она есть. Ну, у меня есть, но я хотела на загранкарточку купить, типа, какую-то новую. Вот, я же думала, может быть, купить эту, потому что у меня обычный паспорт, просто если русский он у меня. А обложки с принцессой у меня очень давно, вот. Но, думаю, надо что-то тоже новое купить. Вот, что-то было. Мне тоже обложка старая достаточно, и она вся, знаете, я хожу по поликлиникам, по любимым. Зачем я это говорю, но не важно. Вот, и у меня, короче, все отпечатанный черный этот текст, он на обложке, да, и я такая, блин, надо что-то с этим короче, делать, а он не отмывается. Короче, я подарила обложку на паспорт, она супер милая, типа, кто здесь самый милый? Блин, самый милый. Теперь мой подарок. Давай, я очень долго искала розовый цвет. Я, кстати, да, очень тщательно подбирала. Розовый я, кстати, нашла быстро. Я подбирала очень тщательно. Вот, и я надеюсь, тебе понравится. Это очень красиво упаковано, мило. Смотрите, все упаковано. Ну, что же там такого? Интересно, что ты все еще жестче распаковываешь подарки. Это... Я обожаю их. Я люблю шоколад, я себя просто постоянно покупаю. Это такие палочки, короче, которые залиты шоколадом. Это безумно вкусно. Я не пробовала. Я пробовала все шоколады. Я пробовала белый, если молочный, темный, короче. Но вот это я не пробовала. Теперь это точно попробую. Вот. Так, теперь последний подарок. Я, мне кажется, повредился. Я крайне надеюсь, что не повредился, потому что... Мне это покрасочек упаковано классно. Вот, пожалуйста. Так. Я хочу сделать такую, не знаю, не забыть предысторию, в общем, это подарок, который есть у меня. И я подумала, что, в принципе, он достаточно классный, чтобы его подарить. Поэтому я достаю. Это светодиодное лето. Это дама восторг. Понимаете, это светодиодная лента. У меня есть точно такая же. У меня все мокрое, потому что снег сейчас. Вот. У меня точно такая же, я покупала себе 2 года назад, она у меня до сих пор есть. И, короче, я решила, что у Полины нет этого 100%. Я была в этом уверена, хотя, в принципе, были какие-то сомнения. Но, короче, Полина, мне кажется, 100% этого нет, поэтому я подарила. Теперь у меня будет красота, причем здесь же можно выбрать еще разные цвета. Например, я, допустим, обожаю фиолетовый. Если бы TikTok снимать, это вообще... Короче, я думаю, что очень классный подарок. Это вот. Еще один какой, 6-й за день восторг. Так, ну и мой подарок. Я знаю, что ты очень этого хотела. Ты вообще это просила очень сильно. Ты поняла, что это? Да, я нашла очень быстро. И ты поняла, что это? На таком пакетике, который не только одной из твоих любимых цветов. Это киндер. Киндер. В общем, я просила, ну не то, чтобы просила, я посылала, короче, всяким детям, я дарила в университете тоже девочкам, у меня лежал такой киндер, плюс лежали там всякие тоже какие-то штуки, и, блин, я так хотела этот киндер, я так хотела его купить, короче, посмотреть киндер, макси, ура! Вот, я открою его, думаю, может быть, на Рождество. Я думаю, что там очень интересная игрушка. Да, я должен надеюсь, потому что игрушки могут быть абсолютно странные. Там еще что-то. Я подумаю, что не все. Это маска, мне кажется, да? Да. Маска. Тканевая. Тут все написано на английском. А, вот тканевая маска для лица увлажняющая. Вот такая вот розовенькая тканевая маска. Вообще тоже получается такой наборчик нибудь и плюс. Да, потому что у меня как-то все. Я старалась сделать именно все максимально разное. Но Полина сделала чисто такой, знаете, прям бьюти-бьюти. Я слышу, что ты любишь. Я просто... И шоколад, знаете, вот бьюти и шоколад. Просто я думала, что книги, кстати говоря, я сейчас начну себя оправдывать. Я думала, что книги, но я видела, что ты читала очень много книг. И психологии, и классики. Да, вот что там интересно. Можно подарить из книги. Это очень сложно, когда, знаешь, человек читает, и какие книги он не читал. Это я точно не читала. Я думаю, вот эту книгу Полина точно не читала, почему, собственно, мы выбрали именно эту книгу. Поэтому я надеюсь, что тебе понравится мой подарок, потому что я очень долго их выбирала. Я ходила, наверное, по всем там концентрам Москвы, я их везла, что самое интересное, они проехали путь 500 километров, да, они приехали. Вот, плюс такой еще у меня милый пакет, такой гигантский, я старалась, вот. Сердечко, думаю, супер милое, мне тебя очень понравилось. Да, у меня все очень. Вот, я думаю, мы на этом можем заканчивать, это был такой обзор подарков. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И новое видео, также я снимала отдельное видео, как я покупала все вот эти вот подарки. Выйдет совсем скоро на канале, так что обязательно оставайтесь, подписывайтесь. Пока-пока!